Командир взвода ответит за гибель срочника из Челябинской области. Офицеру предъявили обвинения. Показания против него дали и сослуживцы погибшего молодого человека. Ряд проведенных экспертиз показал связь между действиями офицерского состава и гибелью парня. Речь идет о срочнике из Магнитогорска, который служил в Уссурийске. Тело парня с травмами нашли 30 марта в лесу, недалеко от военной части. Как полагают следователи, командир взвода мог взваливать на парня много работы и, возможно, избивать. Предполагается, что именно это привело к фатальным последствиям. Отвечать перед судом командир взвода будет по двум статьям: превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения и доведение лица до самоубийства.